Сейчас передо мной находится два тена. Ближе к тестеру старый тен, который стоял в моей стиральной машине Hotpoint Ariston. А дальше от тестера новый тен, который я вчера купил за 165 гривен. Как мне эта фирма Thermaven, вернее, это фирма Thermavan, Китай, но сделан под оригинал. Сейчас проведем тестером проверку этих двух тенов. Тестер у меня стоит на пределе 200 Ом. Будем мерить обмотку. Сопротивление обмотки. Тридцать два Ома. У старого тена также сопротивление обмотки 32 Ома. Теперь ставим на прозвоночку. И будем мерить обмотку тена на корпус. Это сопротивление нового тена. Ну, даже поменяем полярность. Бесконечность. Померяем старый тен. Видите, звучит прозвонка. Сопротивление сначала упало, а теперь заряжается как конденсатор. Ну вот на второй край обмотки то же самое. Поменяем полярность. Почти до нуля упало. То есть это говорит о том, что сопротивление тена на корпус плохое. Имеется хорошая утечка. Ну а сейчас я поставлю на 2 мегаома. Тестер поставил на 2 мегаома. Новый тен. Бесконечность. Старый тен в районе 400 килоом. Что и требовалось доказать. Стиральная машина со старым теном при включении в сеть 220 вольт срабатывала узел, от которого у меня запитаны все розетки на кухне. Если я подключал стиральную машину через удлинитель без заземления в прихожую, там где нет узла, там стоит только защита от короткого замыкания. И стиральная машина спокойно работала. Если бы у меня не было узла на кухне, тогда бы я бы не знал, что у меня пробивается тен на корпус. И могло через какое-то время произойти короткое замыкание 220 вольт на корпус стиральной машины. То есть мы пришли к выводу, что старый тен неисправен. Буду ставить новый.